Если вы никогда не встречали чудо-ребенка, то вам обязательно нужно познакомиться с Максимом. Он словно идеальный мальчик из какого-нибудь учебного пособия. Невероятно обаятельный, открытый, активный, жизнерадостный, при этом в меру подвижный, усидчивый и внимательный. Очень смышленый, самостоятельный, сам одевается и раздевается, знает, где что лежит, помогает убираться. Охотно занимается на индивидуальных занятиях, очень старается, стремится, чтобы взрослые оценили его успехи. Максимке 2 года и 10 месяцев. Мальчик очень хороший, любознательный, спокойный. Когда впервые к нам поступил, был испуганный, настороженный, всего боялся. Сейчас очень общительный, любознательный, я уже повторяюсь. Все спрашивает, хорошо разговаривает. Максимка любит играть в настольные игры, рисовать. Очень любит прогулки на свежем воздухе. Воспитатели хвалят его за артистичность. Он поет, танцует, выступает на праздниках. Очень музыкальный мальчик. Мишка, Маришка по лесу гуляли, песенку поет, ля-ля-ля-ля-ля. Максим растет и развивается, и вроде все у него хорошо и замечательно. Вот только нет у него самого главного – нет родных ему людей. Мы желаем потенциальным родителям не упустить своего счастья, приглядеться к этому мальчику внимательно. Подробнее о Максиме вы можете узнать в отделе опеки и попечительства нашего города, который находится по адресу улица Некрасова, 66, кабинет 301 или по телефону 32 35 36. Рубрика «Будем вместе» создана при поддержке строительной компании «Уссури». Новое жилье – новая жизнь. Уссурийская, 52А, телефон 306 906.